Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Артрадио. И в сегодняшнем ролике, наконец-то, мы с вами посмотрим на новый ивент, который будет посвящен Хэллоуину, ежегодный, стандартный, который называется All Saints Wake. И, ну, нас встречает стандартно, как всегда, собственно говоря, ребята, вы можете видеть вот такой вот артецкий. Наш клоун будет опять, получается, в нашем квесте, куда же без него. А сам же ивент начинается 27 октября в 11 утра по МСК и закончится в понедельник, 13 ноября, в 17:59 по МСК. Сам же квестик, друзья, называется The Fright Stuff. Можно его получить на 15 уровне вашего персонажа. И взять квест можно в Старой Гридании, недалеко от амфитеатра, по этим координатам у этого мужчины, которого звать Adventurers Guild Investigator. Берете это все дело, проходите, получаете ништяки. Ну и касательно ништяков. В этот раз нам дадут эмоцию, которая называется All Saints Charm. Эмоция из себя представляет, вы палочку достаете, звездочку колдуете, ну и, собственно говоря, все. Ну, эдакий, знаете, немножко дешевый Гарри Поттер стайл. Я надеялся, что будет что-то прям прикольное, но, увы, как обычно, по предметам нам дают какую-то... Знаете, ладно, хотя бы хоть что-то дают. Я, конечно, очень сожалею о том, что сейчас вообще не дают каких-то маунтов, потому что раньше хотя бы давали побольше маунтов во всех этих ивентах, а сейчас... Что-то как-то маунтов, но я не припомню, чтобы прям давали много. То есть от силы там 1-2 в год, может быть, из-за всех ивентов, которые проходят в течение года. Ладно, ну, хоть что-то и спасибо на этом. Ну и вот такие вот летучие мышки, которые вы можете себе повесить на стену своего домика. Именно для внутри помещения. Вот такие вот награды, ребята. Стандартно по правилам, да, не забывайте выполнить квест именно в пределах этого ивента, потому что если вы его не сделаете, а квест у вас будет взят, вы ничего не получите и квест пройти уже не сможете. Поэтому имейте в виду, сам же ивент, как видите, будет довольно простецким, ничего сверхнового. Как-то, увы, конечно же, ивенты не разбиваются, просто есть пару... ништяков, есть немножечко там на полчасика-часик сюжетик какой-то такой, скажем так, в кавычках, чтобы был, чтобы можно было пройти, да и все. Be smile and happy, my friends, и увидимся с вами на просторах большой и прекрасной Эрзии.